Слушайте первое популярное радио на 102.5 FM. Надеюсь, что мы идем снимать порнофильм. Сейчас я вызову охрану, пожалуйста, девочка. Я сказала, что это бред вообще беспонтовый. Что должен сделать мужчина, чтобы понравиться женщине? Стать вещью? Это просто какое-то сумасшествие было пробраться к Гвинет. Организация концерта шла своим чередом. Но помимо этого у меня есть работа. Я должна приходить на студию и записывать песни. On the stadium, big stadium in Russia. Yeah, come on. It will be a girls show. Business. Girls show. Only girls. Only girls. Only girls. Oh. Yeah. Only crazy girls. So I came here to crazy girls please. Like you. Yeah, okay, but where are the men? You know, the name of this show, Bobby Bund. Bobby Bund. It's like a boom. Yes, girls boom. Girls, caramba, samba. Yeah. Она прям как воплощение прям вот этой вот энергии, которую мы сейчас пытаемся сделать. Bobby Bund. Come to Bobby Bund. Come to Bobby Bund. What we need is real people. Open heart. People with styles like, ooh boy, there's something sweet I find in you. Magic hypnotizing me so I can't help myself. Tell me, what can I do? What can I do? Ooh, boy. Madonna, like, better. Madonna, yes, better. But you look you know I'm bad, I'm bad. Oh. Your morning, you know. I'm a whole lot better than the way that I'm telling you once again. Who's bad? Oh my God, I realize I'm too late, you see. Приходите на Bobby Bund. Пока я работала вместе с Лимой, американской певицей, которая приехала всего на несколько дней, мне нужно было уделить ей время. Эти две оторвы, Марика и Бензина, веселились в клубе без меня. Они даже не подождали меня. Что мне оставалось делать? Только видеть их фотографии после вечеринки. If you promise you'll be mine, girl, promise you'll be mine. He said he's just a friend. Now, girl, let's not pretend. Come on. Either he is or he ain't your man. He said he's just a friend. If I was your best friend.
для нас спонсор, которого должна была привести Кнара, если не последняя надежда, то очень близко к этому. Потому что 8 марта вот уже на носу, а бабла нет. И мы реально понимаем, что мы просто обязаны вцепиться в этого чувака и не отпускать его. Потому что второго шанса, возможно, уже не будет. Времени было мало. Девочки, привет! Я наконец вам привела Александра Анатольевича, человека, которого мы давно уже ждали. Добрый вечер. Здравствуйте, Бензина. Саша, очень приятно. Тёзки. Проходи. Проходите, присаживайтесь, пожалуйста. Ну, как мужчина начну я, наверное. Хочу послушать. Окей. Вот, девочки, все хорошо, Кнара мне примерно так рассказала. Интересно, но хочу все-таки услышать все от вас. Мы хотим сделать концерт большой, масштабный. Такого еще никто не делал. Будет очень феерично. Во-первых, будут одни женщины, будет... Будет очень много звезд, очень много звезд. Будут какие-то сумасшедшие дуэты, там будет такой экшен, вообще будет здорово. Ну, только женский пол. Самые красивые, самые большие. С нами нет еще Марики. У нас стоит чудесная Марика. Она будет, скорее всего, вести этот концерт. Это будет бомба. Да, сам ТВ, да. Мы можем вас сделать специальным ведущим. Не готов. Не готов. К сожалению, не ну... готов. Не готов. Девочки, тогда такой более... Это эмоции. Теперь хотел бы говорить все-таки. Это деньги, бизнес и все остальное. То есть я не хочу сказать, что я сейчас готов выделить деньги на то, чтобы заработать на этом. Я хочу понять... Все-таки, как это все будет происходить? То есть, что от меня требуется? То есть, Александр, вы должны купить вот это. То есть, я хочу это услышать. Вы знаете, у нас еще не совсем готова мета, но билеты, рекламу, это мы можем точно обеспечить. И я буду эксклюзивный партнер во всем, если я беру весь пакет. Но это зависит от того, сколько вы денег дадите. Если вы будете спонсировать абсолютно все, то да. Это будет просто сногсшибательно. Такого у нас никто еще не делал вообще. Что, девочки? И вы один мужчина, который будет рулить этим гаремом. Этим бабьим. Соглашайтесь. Бунтом. Звучит заманчиво. Я думаю, да. Я не против, я поддержу вас. Мне нравится ваша идея. То есть, ну, нравится, то есть, из-за того, что она с женским началом. Уже это первый плюс. Но второй плюс, конечно, что это должно быть красота, эстетика во всем. То есть, я думаю, вы понимаете, о чем речь. Ой, ну слава тебе, Господи, хоть кто-то понимает вообще, о чем речь. Ну, я думаю, что все должно быть хорошо. Вы будете я жду вас. Этого бабе. Ну, мы видим, что вы... В общем, предварительно. Что предварительно-то в итоге? Какой-нибудь... Предварительно, да. Я не против. Я поддержу. Хочу увидеть, жду вас у себя. С полностью предложением, как будете готовы, Кнара, наберешь меня, встретимся и все. Договорились. Все, девочки. Пойдем, я провожу. Да, конечно, все. Спасибо большое, огромное. Все. Спасибо, можно с вами. Да, конечно. Спасибо. Все, Кнарочка, провожу меня? Да, провожу, конечно. Девочки, я вернусь. Это твой мужик. Не, это не мой мужик. В смысле, мужик как? Это просто умница. Кнарочка. О, девочки. У вас какие планы? Что делаем? Как? Надо отметить. Слушайте, это надо отметить. Это надо отметить. Это надо отметить. Вы согласны? А, стоп, я, девочки, сегодня работаю ночью. Как работаешь? Я играю. А ты не можешь отменить? Ребят, нет, потому что и бензин, и без бензина ни один, ну, не могут обойтись. Извините. Ну, может, попробуй. Вы знаете, я предлагаю так. Я забираю Марику сегодня после концерта, и мы приезжаем к тебе. И заваливайте к нам. Да, и завтра мы отмечаем на вечеринке у тебя нашу победу. А ты вот так. Так. Все круто.